Тем, кто приезжает на курорт отдохнуть, регистрация не требуется. 3 месяца граждане России могут на законных основаниях находиться в Сочи. Документом, подтверждающим планы на отдых гостей курорта, могут быть, например, авиа- или ЖД-билеты. Если отпуск решили продлить на неопределенное время, то об этом необходимо заявить официально, зарегистрироваться по месту пребывания. В действительности же далеко не все вспоминают об этой формальности, а у правоохранительных органов прибавляется забот. Незарегистрированных на курорте граждан в период международных мероприятий быть не должно. Это залог безопасности. Такие же меры были приняты перед Олимпиадой в 2014 году, и они доказали свою эффективность. Долгое время эта проблема формировалась, как бы, и к ней, по сути дела, на нее не обращали внимания. В настоящий момент, в связи с приближением знаковых таких мировых мероприятий, как чемпионат мира, конечно же, обратили внимание на этот сектор, который остается, как правило, вне зоны внимания. В этот раз проверки прошли в местах общепита и жилых гаражах на улице Альпийской. У работников торговых точек и жителей частного сектора сотрудники надзорных органов проверяли паспорта и документы на собственность. Ну, нам сюда же нужно посмотреть. Ну, прописку вашу. Регистрация в СТ-садок, да? Да, на Красной Поляне. Просто у меня дети здесь учатся, поэтому мне здесь легче. Впрочем, далеко не все были рады встрече с полицией. Уделить нам... Но общение с проверяющими жильцам не миновать. Полицейские и сотрудники УФМС еще вернутся сюда для повторной проверки. Данные лица в любом случае будут проверены. Будет проверено их законность нахождения, будут проверены их документы, их паспортный режим. Будут проверены вообще разрешения их нахождения в данных гаражах. То есть являются ли те места, где они находились, где они не желали на данный момент открывать жилье, является вообще возможностью для проживания. В течение часа участники рейда обошли около десятка адресов. В этот раз нарушителей правил пребывания не обнаружено. Впрочем, это не значит, что работа завершена. Для проверки документов и регистрации в Сочи проверяющие обойдут все гаражные кооперативы города и частный сектор. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.